Добрый день. История такова. Купил 2 года назад, где-то в апреле месяце 22-го. Сайк Плас, велокомпьютер М1. Хороший, качественный. Но проблема в том, что 1,5 года его использования осенью, получается, с конца осени до всего времени батарейка плохо начала держать. 1,5 часа начала держать. А заявлено у него больше 20 часов, что и было, конечно. Ну, конечно, я его использовал и там в холод, и зной, и в дождь. И, в общем, решил заменить. Я связывался с Cyclass или не связывался, не помню. В общем, я купил батарейку, думаю заменить сейчас. Попробую заменить. В принципе, хороший велокомпьютер, но я себе уже заказал Majin C406 базовой комплектации. Не стал я там всякие датчики покупать. Мне, в принципе, это в ходе эксплуатации этого велокомпьютера как бы особо не нужно было. Тем более один датчик, к сожалению, я потерял. Датчик каденса. Ну там, получается, он универсальный. Можно и скорость, и каденса сделать. В общем, такие вот дела. Попробую поменять. На аккумулятор буду менять вот такой вот 1200 мА, 3,7 Вт или вольт, 4,4 вольт на час. Что-то такое. Или такое. Апрель 24. Конечно же, без поломок не обошлось. К сожалению, я повредил экранчик. Ну что ж, собственно, я и попробую разобрать. В принципе, здесь вот этот экранчик целый. Вот так вот. Меняй. Так, шифры 2201. 2024. Все отлично. Как же без проблем? Первая проблема, да. Разбил. Вторая проблема — толщина. Купленные аккумуляторы толще, чем родной. Хотя по площади он меньше. Как быть? Прикрепим. Так, запаял я. Максимально аккуратно был. Лишние провода я отрезал. И загорелся. Работает. Все, контакт есть. Аккуратно все это надо собрать. Ну, конечно же, будем думать, как с толщиной там играть. Посмотрим. Ну, уже есть что-то. Результат. Проклеил, к сожалению, лопнутая половина. Сейчас вот так проклею. Таким клеем для бортировок, ну, для камер. Вот чехотчик. Думаю, будет защищать немного. Потом законсервировал старый аккумулятор. Так, вот так вот теперь выглядит. К сожалению, не все данные показывают. Толщине чуть-чуть на миллиметр где-то толще стал. Но работает. Фух. Вот так вот. Замена аккумулятора велокомпьютера Cyclass M1. Все, он подсох. Я черной изолентой вот так по контуру сделал и нацепил чехол. В таком состоянии теперь наш велокомпьютер. Я думаю, что я бы не избежал этой поломки, потому что был натяг именно, когда я стягивал шурупы. Был натяг. Это все. Всем до свидания.